Всем привет, дорогие друзья из солнечной Анталии. Привет, Сэм. Мы сейчас находимся в Анталии и отправляемся в сторону Кемера. Эти выходные мы решили провести в Кемере. Как я вам уже говорила, в этом году на моем канале будет много разных видео с разных курортных городов и разных пляжей. Поэтому едем в Кемер. Сначала у нас будет шопинг. Идем покупать обувь. Хочу найти себе шлепанцы, классные кожаные шлепанцы. Надеюсь, что в магазине в Кемере, в Гёнике, я их все-таки найду. Сделаю также вам обзор магазина обуви. А далее мы отправимся в гостиницу и отправимся на пляж. Поэтому, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. У нас много всего интересного, то, что вы не увидите ни у кого другого. Друзья, мы прибыли в наш отель. Этот отель забронировали нам наши друзья, поэтому я ничего про него не знаю. Сделаю вам обзор. Вот такой вот здесь красивый вход и в море прям рядом. Заходим в отель. В этот раз нас ждет сюрприз. Друзья, мы наконец-то доехали до Гёнике, и, как я вам сказала, первое, что мы хотим сделать здесь, это прийти в наш любимый магазин обуви Арас, который находится в Гёнике. Также у них есть магазин в Анталии. Не забывайте о том, что в описании к этому видео все контакты этого магазина и магазина в Анталии, а также ссылки на предыдущее видео будут в описании к этому видео. Многие отдыхают в Кемере и просили сделать обзор магазина обуви в Кемере. Хюсейн, который работает здесь, говорит прекрасно на русском языке и сможет вам помочь выбрать обувь. Да, конечно. И здравствуйте еще раз всем. Меня зовут Хюсейн. У нас большой ассортимент, трехэтажный. Магазин, самый большой ассортимент в Анталии. У магазина также есть трансфер, да, который вас заберет из отеля и отвезет в отель. Да. После того, как вы побываете в этом магазине. Все контакты, WhatsApp, Instagram в описании к этому видео. Обязательно пишите, звоните, спрашивайте до того, как вы приезжаете, до того, как вы приезжаете в Турцию или в Кемер. Когда вы находитесь здесь, не стесняйтесь, звоните, пишите, Хюсейн обязательно вам поможет. Да, конечно, у нас есть трансфер с любого отеля, с отеля в магазин, с магазина в отель. Без никаких проблем, с любого отеля заберем. У нас в этом году новый завод есть, новые изделия, кожаные изделия завезли. Это натуральная кожа. Вот видите, все натуральное, нескользящая подошва у них. Ногенькие, летние, насквозь дырочку, видите? У них есть два цвета, вот серый и желтый цвет есть, пожалуйста. Кожаное изделие и снутри, и снаружи. Вот, стоит это $28 у нас. Вот, кожа и снутри, и снаружи мягенькая у них. Подошва есть. Вот красные цвета есть, желтые цвета есть у них. Потом есть вот такой цвет есть. Пожалуйста, и вот такой пудровый цвет у них имеется. У этих изделий, видите, стоимость этой изделия $300. Хорошая модель тоже, много тоже продается такой модель. У них размер есть от 36 до 40, на этой изделии есть. Очень легкая, удобная, кожаная, тоже ребристая у них как бы стелечка. Это у меня стоит тоже $300. Есть вот такой цвет, вот ярко-зеленый цвет. Пожалуйста, вот тоже легкий, очень удобный, уважаемый. Это тоже босоножечки, вот.
Это стоит у меня тоже 28 долларов. Открывается он. И вот так дублировку можете сделать. Для любой ноги они подходят. Для широких, для узких, для всех они подходят. Уважаю. Это тоже 30 долларов стоит. Это все кожаное. Это все натуральная кожа. И снутри, и снаружи они все кожаные изделия, уважаемые. Удобные, ортопедические, мягкие такие. Завязать их не надо. А у них размер есть от 35 и до 41 размера, если они, видите, белый цвет. У них есть разные цвета. Есть. У кого подъем высокий, пожалуйста, а я со спокойной душой могу им посоветовать такую модель. Смотрите, красота какая. Это у меня стоит тоже 25 долларов. Это кожаное изделие тоже. На первом этаже магазина Arras представлено большое количество летней обуви, а самое главное то, что я ищу, это босоножки. Например, представлены такие турецкие фирмы, как Фабрика, Инджи, Кемаль Танджа и так далее. Посмотрите, какая красота. Натуральная кожа и очень-очень много деталей. Очень красивые. И что мне особенно нравится в этом сезоне, друзья, это вот такие вот дутые шлепанцы, сандалии. Ну и, конечно же, на любой вкус здесь есть цвета вот такой вот мощной-мощной подошвы. Например, вот такого вот плана босоножечки мне очень понравились. Они очень красиво смотрятся на ноги. Если вы любите обувь разных цветов, здесь она тоже представлена. Например, вот такого вот цвета коричневые босоножки. Ну, просто шикарный, вот с такой вот отделкой под кожу змеи. Есть и очень классические модели, например, вот такие вот варианты туфли из натуральной замши на каблуке и с острым носом, или вот такие вот более, можно сказать, оригинальные, нарядные, такая же модель с острым носом и кожа, лазерная обработка кожи с отделкой под змеиную. В общем, сейчас спускаемся с вами вниз, меряю все те модели, которые мне понравились здесь. Друзья, я выбрала несколько пар летней обуви. Это вот такие более классические босоножки. Вот такие вот супер-мега модные в этом сезоне на такой мощной подошве. Шлепанцы. Очень хочу вот такого плана, только черные или белые. В другом магазине есть, поэтому померю, подойдет ли мне размер. Очень классные, мягкие. Просто супер. Натуральная кожа стопроцентная. Поэтому, если хотите действительно удобные шлепанцы, имейте в виду вот такие. Натирать они вам точно не будут. Также вот такие вот босоножки. Супер модные. Напишите в комментариях, как вам. Мне кажется, что очень классно смотрится. Конечно, это вообще не мой стиль, но для разнообразия, прям чтобы быть в тренде, супер-супер модель. Также очень модная в этом сезоне модель именно вот с таким вот носом и вот с таким вот каблуком. Просто супер модные, на самом деле очень удобные. Это на любителя, конечно же. Смотрите, как интересно смотрится. Как вам такая модель? Вот такая вот классическая модель. Каблук удобный. Можно ходить днем, вечером. Очень, кстати, удобный и красивый. Кожа натуральная. И снутри, и снаружи. Все натуральная кожа. Пожалуйста. У них есть разные цвета. Как и разные модели с такой расцветкой. Вот. Мех натуральный у него внутри. Это европейка называется. Вот небольшая платформочка, очень удобная, как бы сапоги, которые самое много продаем эту изделию. Стоимость этой изделия, например, стоит 65 долларов. Вот тоже это европейка. Вот внутри. Могу показать. Вот натуральный мех, видите? Небольшой платформочка и очень удобное изделие. Коричневого цвета. Это у нас осенний вариант. Видите, красивая. Стоимость этого изделия стоит 60 долларов, например. Есть разные виды. Есть, например, вот такие, не на большом каблучке, пожалуйста. Это тоже у нас осенний вариант. Вот, натуральная кожа, пожалуйста. Есть вот такие маленькие ботфорочки. Вот. Небольшой каблучок. Вот здесь у них мех натуральный, тоже
все натуральное, зимнее это у нас. Видите, а стоимость тоже этого изделия $165. Смотрите, у нас есть вот такая как бы аппаратик. Мы отсюда растягиваем голенище сапогов. У кого голенище большая, как бы широкая, мы их можем растянуть, эту голенище сколько захотят, столько и можем растянуть, уважаемые. Для сапогов это как бы аппарат. А этот аппарат, уважаемые, кому у кого, например, широкая как бы стопа, широкая нога, мы растягиваем их и в рост, или у кого-то там половина, мы растягиваем их и в рост, уважаемые, и в ширину растягиваем. Ну, что хочу сказать, что кто бы сюда ни приехал, какая бы у них голенище или какая бы у них нога не была бы, они все равно здесь найдут для своей ноги прекрасную обувь. Цены на сапогов начинаются от $50 и максимум там до $80 есть как бы цены у нас. У нас цены самые приемлемые, потому что мы сами оптовщики, и за это мы почти как оптовые цены продаем обувные изделия. Какие ботиночки хорошенькие. Это у нас зимние, например, вот сбоку прошиты, видите, силиконовая подошва, подошва влагу не впитывает, холод не подпускает, внутри натуральный мех, натуральная кожа, пожалуйста. Стоимость этой красивой ботиночки стоит у нас $40. Такой цвет имеется, у них еще имеется вот такой бордовый цвет. У нас размеры женские изделия начинаются от 35 до 42 есть размеры из любой изделия, например, из ботиночек, из сапогов, или из туфлей, или из кроссовок. Вот тоже новый завоз. У них тоже силиконовая подошва и каучук подошва у них. Пожалуйста, это у нас осенние варианты. Это тоже натуральная кожа, каблучок такой красивенький. Видите? Вот такого цвета есть, кто поярче цвет любит. Вот классическое изделие. А цены ботинок у нас начинаются от 30 и до максимум $60. В зависимости от модели меняются, например, цены. Любители есть такого подошвы. Из-за этого мы в этом году много с такой подошвы привезли. Демисезонные, пожалуйста. Не скользящая у них подошва. Очень красивая. Потом есть вот такие вот зимние изделия. Вот я вам покажу их. Видите, это натуральный мех и замшевое изделие, все натуральное у них. Видите, это демисезонка, например. Очень легко одевается и спрос большой на эти изделия, потому что кожа мягкая у них очень. Видите, это у нас тоже демисезонка, стоимость этого изделия стоит $35, пожалуйста. Видите, вот такой модель, и не классика, и не спорт, пожалуйста. Сбоку вот так замочек есть. Видите, это тоже натуральный мех, небольшая платформочка, каблучок такой необычный. Стоимость этого изделия у меня, например, стоит $40. Вот натуральная кожа, пожалуйста. Вот натуральный мех у них, видите, все натурально. Это тоже у меня новый завоз. Есть еще вот такие без замков, без шнурков точнее, пожалуйста. Вот хорошая подошва у них, видите, вот такой мех натуральный. Это у меня тоже новый завод. Стоимость этого изделия, например, стоит тоже $45, пожалуйста. И вот такие вот ботинки. Опять с очень интересным каблуком и с бантиком спереди. Ну, поскольку я просто обожаю лаковую обувь, просто потрясающая модель. Если вы любите что-то необычное, обратите внимание вот на такие модели. Ну, а если вы хотите приобрести что-то более классическое, сапоги, ботинки, здесь огромное количество сапог и на плоской подошве, и сапог с каблуком, и есть сапоги с пряжками, вот такой вот отделкой кожи под змеиную. Есть классические варианты с каблучком, выбор просто огромный, друзья. Я уверена, что вы не уйдете отсюда равнодушными, потому что я в этом магазине всегда нахожу то, что ищу. И сейчас еще раз померю белые босоножки и точно куплю себе какую-то пару. Потому что мы приехали отдыхать, и для того, чтобы идти на пляж, у меня нет ни босоножек, ни шлепанц, поэтому очень-очень хочу. Ну, а вы приезжайте в Турцию, обязательно приходите в магазин Aras Shoes, как в Кемере, так и в Анталии.
и обязательно найдете для себя красивую, качественную обувь для всей семьи. Это мужской отдел наш. Вот смотрите, вот эти модели тоже у нас новые пришли, новый завоз. Ну, к примеру, вот такие модели, мокасиночка, такие мягенькие, удобные, видите, пожалуйста, и снутри, и снаружи они все кожаные. Видите, стоимость этого изделия стоит, например, $300. Видите, тоже мягкие, удобные, вот, очень легкие они, и снутри, и снаружи все кожано, мягкая стелечка у них, пожалуйста. И вот такие кроссовочки кожаные есть, вот. Их завязывать не надо, это просто декоративно. У кого подъем высокий, они могут использоваться этим, ну, могут одеть эту обувь, потому что вот эти веревочки, это резина. Как одевать, и они как тянутся под ваш подъем. Видите, под джинсы идеально они будут смотреться. Есть еще вот такой цвет у другого модели, с такого же как бы колодки. Видите, стоимость этих изделий стоит, ну, по $300, пожалуйста. Именно вот для любителей привезти белый цвет, пожалуйста. Такие легенькие, удобные. Это, например, стоит $300 тоже. Вот легенькие, все кожаное, и снутри, и снаружи. Пожалуйста. Есть еще вот такой цвет у них. Вот черный цвет есть. Размеры мужского изделия, это начинается от 39 до 48 есть наши размеры. Есть вот такие мокасиночки. Видите, какие они легенькие, очень удобные. Это очень качественная фирма шьет. Вот. У них есть еще вот такая, как бы, цвет. Сбоку насквозь идут, дышащие, кожаные. Завязать их не надо также. Такие удобные, легкие. У них есть синий цвет, коричневый цвет есть, там бежевый цвет есть. И вот так есть на шнурках тоже. Вот. Пожалуйста. Видите, это тоже на шнурках. У них есть коричневый цвет, бежевый и темно-синий цвет имеется у них. Стоимость эти изделия ну, от 25 до 35 максимум. Это классическое изделие у меня. Цвет такой коричневый, шоколадный цвет. Вот. У них везде кожа и даже подошва кожа у них. Видите, это шьет Танча, это очень качественная фирма. Турция номер один по классических туфлей. Черный модель, видите. Тоже насквозь у них вот эти дырочки. Классика скромная. Стоимость этих изделий стоит, например, $35. Видите? Потом есть вот такие вот. Черный цвет тоже. На лазерной как бы печати. Змея. Видите? Еще есть вот такие женские кроссовочки, кожаные изделия. Тоже Кемал Танди шьет. Пожалуйста. Видите? Сбоку все прошито. Стоимость этой изделия, например, стоит $300. Очень качественное изделие тоже. Сбоку все прошито. У них тоже черный цвет есть, желтый цвет есть. Вот такой пудровый цвет имеется. Тоже качественное изделие. Это наш детский отдел. Пожалуйста, это для наших мальчиков маленьких. Это фирма Tutubi. Очень качественная фирма. Стельки у них, подошвы у них ортопедические. Видите, все сбоку прошито. Стоимость этой изделия стоит $20, например, пожалуйста. Натуральная кожа и снутри, и снаружи. Для наших мальчиков. Вот видите. Вот, тоже ортопедические. Стоимость этих как бы изделий начинается от 20 максимум там, до $30. В зависимости от модели тоже меняется цены, уважаемые. Ортопедическое изделие, это для наших принцесс. Вот видите, как Челси сделаны. Tutubi тоже. Стоимость этой изделия стоит $20, пожалуйста. Размеры все есть. Вот такие есть для наших мальчиков, маленьких мужиков. Вот такие утеплительные зимние ботинки. Видите, не скользящие у них подошва резиновая, холод, влагу вообще не подпускает. Стоимость этой изделия стоит $27. Tutubi фирма, очень качественная фирма. Кстати, мы и оптом отправляем. Ну, эту фирму, наверное, знают наши как бы гости. Мы и в Украину, и в Россию, и все страны СНГ отправляем оптом. Это тоже женские, для маленьких наших принцесс. Видите, кожаные изделия, утепленность у них внутри есть, тоже Tutubi шьет. Это стоит, например, тоже $28, пожалуйста. Ортопедические тоже. Вот, черного цвета, пожалуйста. Такие легенькие, удобные такие туфельки. Есть еще вот такие. Кстати, детские изделия, у них размер начинается от 18
до 35. Вот видите, вот сбоку прошито, все натуральное, ортопедическая у них подошва, видите, есть вот такие вот тоже, вот, тоже кожа натуральная, эти, например, стоят по $20 тоже, все кожаное у них есть, и для маленьких детишек, кто одевает 21, там, размер 20, 23, вот, пожалуйста, видите, такие есть. Такие вот есть тоже. Тоже стоит $20, пожалуйста. Утепленные у них внутрь, как видите. Не скользят вообще, это вот демисезонные. Все размеры у них есть тоже. Потом есть вот такие вот ботиночки. Вот видите, утепленные. Видите, какая качественное изделие. Все натуральная кожа у него. Не скользит вообще. Вот подошва, посмотрите. Ребристая подошва, она вообще не скользит. Мягенькие, вот видите, удобные, на повседневку, идеальные мокасиночки они. У них есть разные цвета, есть красный, есть синий, есть коричневый цвет, уважаемые наши. Ортопедическая у них подошва, видите, удобные такие. Есть вот такой цвет, еще желтый цвет и вот такой серо-синий цвет, пожалуйста. Видите, детишек, которые одевают, там 33, 34, 35 размер, вот. Размеры всякие имеются, тоже кожаные изделия. Эти изделия стоят $25. Ну, такие изделия, цена начинается от 20 до $30 максимум. Есть вот такие большие размеры, от 30 до 35. Видите? И отсюда регулировку, подъем регулировку сможете сделать, и сам, широту ноги, и вот задник тоже регулировку смогут сделать, видите? Тоже натуральная кожа. Что я показываю, это все были натуральные кожаные изделия, уважаемые. Из-за этого, когда придете сюда, вы пустыми руками не уйдете. И детские, и мужские, и женские. Есть большой выбор. Когда придете, мне будет очень приятно обслуживать. Спасибо вам за внимание.